В Ульяновской области задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотиков. Ими оказались ранее судимые 39-летний житель Барыша и 37-летний житель Кузоватова. Ульяновцев поймали во время операции «МАК» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. При личном досмотре у мужчин обнаружили 4,672 грамма героина. По результатам химического исследования, проведенных сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД России в Ульяновской области, стало известно, что данное вещество является наркотическим средством героин. Задержанные пояснили, что наркотические средства приобретали в соседнем регионе. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков». За это предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.